Историческое объединение «Саровская пустынь» существует порядка 30 лет. Участники объединения – простые любители истории, когда-то открыли для саровчан прошлое города и внесли весомый вклад в возрождение Саровской пустыни. Наиболее известными и значимыми для города стали три краеведческие работы исторического объединения. Это установка камня на месте, где 1000 дней молился Серафим Саровский, поиски и вскрытие купальни на Ближней Пустынке и раскопки и открытия саровских подземелий. Но поле для исследований до сих пор обширно. Есть темы такие, когда знаменитые люди были здесь. И вот, например, там условно Марк, Назарий, Абель, Мартелин – это иноки. Но в то же время здесь были и знаменитые вкладчики. Например, царевны наши – это Феодосия, Мария, Радищева, Аргамаковы, Соловцовы, Волконские. Писателей здесь было очень много. То есть, ну, я не буду тоже перечислять, но тоже они что-то писали, и можно исследовать, как работали писатели. Связь Сарова и окрестных городов и деревень, история монастыря, заводы и производства на территории города. Тем, которые требуют исследования, еще много. Историческое объединение «Саровская пустынь» приглашает в свои ряды новых участников, которым интересна история родного края и которые готовы проводить исторические изыскания. Нужно как бы живую новую кровь. То есть мы уже много лет, около 30, работаем, и много сделано, написано много книг, но потребовалось, вот, чтобы новое поколение, которое сейчас есть, если они вольются к нам на работу или просто прослушают те беседы, которые мы хотим провести, а у нас их много, целый цикл бесед, которые мы хотели бы обсудить, ну, будем говорить так, за круглым столом в виде беседы, чтобы можно было рассуждать. У нас есть техника, можно было посмотреть либо фильмы, либо слайды, ну, что-то такое, чтобы было интересно. Более опытные члены объединения помогут новичкам с поиском информации, направят человека в нужном направлении. По мере того, как будет нарабатываться материал или возникать нерешенные вопросы, участники будут собираться для обсуждений за круглым столом. Работает объединение «Саровская пустынь» при духовно-научном центре монастыря. По возникающим вопросам звоните по телефону 8 910 384 1704. За анонсами также можно следить в группе «Свято-Успенский монастырь Саровская пустынь» ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».